друзья, для меня сегодня очень большое на самом деле событие. Сегодня мы хотели бы для вас сыграть мою песню. Да, так вышло, что мы ее сделали. Не хотели играть, но всеми вот. Звоним. Да. О чем песня, Леша, расскажи? Потому что песня она вообще, первая песня на иностранном языке получилась. Написано на английском языке, конечно же, я молод, и, конечно же, я пишу про любовь. И любовь достаточно забавная, как сначала мужчина ухаживал за женщиной, ей ничего не нужно было, а потом все получилось того, как сейчас не бывает. Итак, песня называется «Бум». Да. Там взрывные отношения, бум. Alexey.